Да, по поводу новой этой коммунальной скорой помощи. Что это такое? Ну это по большому счету это многоканальный телефон, который работает это целые сутки. По этому номеру можно сообщить о тех либо иных неполадках. Вам максимально быстро сообщат, когда на место выйдут аварийщики, и сообщат уже, что они сделали это по факту. То есть первый звонок вам это перезванивают и говорят, что наши мастера будут там в течение это 15 минут либо получаса, там как они могут доехать. И это второй звонок вам сообщает, что все работы выполнены. И у вас есть возможность это удостовериться в том, выполнены это они либо не выполнены. Вот. Поэтому сервис заработал это пока, но только по центру города, по ЖКСу Портофранковский, по ЖКСу Фонтанский. И со следующей недели уже начнет это работать и в ЖКСе Черемушки. И так поэтапно по одному ЖКСу будем добавлять. Спасибо. А скажите, пожалуйста, они начали работать, есть уже звонки? Да, звонков много. Многие звонят, как действительно, и по аварийным ситуациям, как и многие звонят удостовериться, что действительно такой номер есть. Вот. Такой номер есть, там всегда поднимает телефон, вне зависимости днем это либо ночью, и вам всегда перезвонят и сообщат о том, что было сделано. Скажите, пожалуйста, значит, когда человек звонит туда, с ним говорит не автоответчик, нет, а реальный человек? Да, да, реальная диспетчерская, реальный диспетчер. И перезванивает по оставшемуся номеру первый раз, когда имеет информацию о том, когда приедут мастера, и второй раз, когда работа закончится. Правильно? Да, да, да. Ну, спасибо. А сколько машин? Вот, ну, сейчас это работает 8 аварийных машин по центру города. Это пока этого вполне хватает на центр города. В дальнейшем будут добавлять это по необходимости. Вот. Ну, и в основном, как показывает опыт, это последние недели всегда находятся на вызове. Вот. И если взять опыт этой недели, то без дела никто не сидел. То есть вызовов достаточно много. От начала. То есть тут мы сейчас говорим. Это обо всем. Это и все аварийные работы. Это электрики, это сантехники. Если что-то с теплом, то тоже звонить сюда. То есть даже люди звонят, если там ветка упала, надо дерево спилить. Все на этот номер. Спасибо.